Октябрь богат значимыми датами. 1 октября Россия отметит День пожилого человека. Подарок от губернатора Кемеровской области к дате – бесплатный проезд на электропоездах, электричках, трамваях, троллейбусах, городских и пригородных автобусов для пенсионеров Кузбасса. Льгота будет действовать только один день в честь праздника. Какие еще мероприятия ждут горожан в День пожилого человека? Выставка «Непреклонный возраст» в Центральной городской библиотеке. Выставка «Созвездие горняков» в Краеведческом музее. Праздничная программа «Песня остается с человеком» в ДК «Распадский». Праздничная концертно-игровая программа «Голова седая да душа молодая» в ДК «Железнодорожник». Торжественный прием главы города с уважением и любовью в ДК имени Ленина. Конкурс чтецов «Цветочная поляна» в ДК «Геолог». Конкурсная программа «За молодильными яблоками» в ДК «Романтик». Акция «Бесплатная запись пенсионеров в библиотеку» в Центральной городской библиотеке. Творческая мастерская «Изготовление магнита матрешка» – выставочный зал. Вечер уважения старшего поколения. Сердцем и душою вечно не стареть. Центральная городская библиотека.